А вот в поселке Новых Ушет в Махачкале теперь есть футбольное поле. Новый газон уже опробовали спортсмены. По словам главы администрации Нурадина Абдулаева, появилось оно во многом благодаря местным энтузиастам и любителям спорта, которые своими силами отреставрировали площадку. Первый товарищеский матч на поле провели ветераны махачкалинского «Динамо» и Нового Ушета. Цель и задача, чтобы развитие нашей молодежи, спорт, футбол, чтобы наша молодежь все время играла. При встрече главы администрации нашего города Магандвали Багановича это озвучили, и в протоколе в 2015 году в бюджете залаживается строительство спортзала. От лица комитета по спорту, туризму, делам молодежи города Махачкалы хочется выразить благодарность всем инициативам, которые мы увидели на сегодняшний день здесь. И это благое начинание, которое мы собираемся поддерживать.